еще письмо от Анны. Она давно на канале смотрит, читает, интересуется. И вот такой вопрос. Я этот вопрос вообще-то разъяснял, но он, знаете, несколько с иной стороны это подход идет. Здравствуйте, Петрович. Вопрос топовый и явно по вашей части. Я понимаю, что вы живете в своем доме и питаетесь с огорода, но большинство суетятся в мегаполисе и едят разные доставки, в частности роллы. Я бы так сказал, ничего подобного, хоть я живу это, что-то там с огорода, но я сам не сажаю. Вот помидорчики там вышли, выросли там. Огурчики там, соседи там дают. А так базар и тот же магазин. Ничего такого нет. И тем более, ну, роллы и эти самые, тоже я как бы люблю. Но далеко не всегда я их ем. Поэтому вопрос стоит остро и мега актуально для большинства из ваших городских подписчиков. Было бы супер увидеть у вас ролик по данному вопросу. Ну вот я его как раз и делаю. Съеденные роли. Последним обнаружился глист. Фото прилагаю. Смотрите фото. Вот оно. Как... И вот такой вопрос. Какое аптечное глистогонное средство, проверенное вами, рекомендуется? Я лично не использовал вот эти вот там таблетки, по-моему, там Вермакс, еще какие-то. Я больше вот склонен к тому, что травки по Татьяне Буровой, то есть те травы глистогонные, которые обладают выраженным горечью, выраженным жгучим вкусом, выраженными вот этими вот душистостью, вот это все работает против паразитов. Потому что мало там глистов, вы знаете, там еще помимо глистов грибки и так далее. Рекомендуется, поэтому я не знаю. Возможно, они есть, но я предпочитаю вот. И как и чем сами гоните глистов, если гоните? Ну что, я как-то так, знаете, специально не пробовал так, чтобы, знаете, как взял сюда, пошел. Хотя были периоды, я принимал и вот эти травы глистогонные, я принимал травы по Буревой, я много чего применял. Но наиболее успешно это оказалось от глистов и грибков, и вообще для очищения организма, это длительное голодание. Длительное голодание, особенно с приемом урины, и пошло чиститься. Но опять-таки, не все это сделают как раз. Повторюсь, в современном ритме жизни, на чтение библиотеки или травы глистов керосинов просто нет времени. Видите, нету времени. Ну, нету времени. Понимаете, это все-таки ваше здоровье. И если вы хотите жить здорово и богато, надо этим делом интересоваться. В противном случае вы обращаетесь к, так сказать, к специалистам, и эти специалисты, ну, могут вас так оздоровить, что вы потом можете навсегда здоровье потерять. Так это, между делом. Всякое бывает. Кому-то помогло, а кому-то вот так вот. Так. Значит, просто нет времени, все. Дайте современное средство от паразитов, которое поможет быстро, раз и навсегда. Заранее спасибо. Все. Быстро и раз и навсегда. И вот я уже до этого разъяснял, но еще, так как тут подписчик постарался, я на это дело отвечаю. Постараюсь покороче, потому что спешат все. Первое. Мы глистами заражаемся постоянно, поэтому хотим мы того или не хотим, профилактически, надо курсами проходить вот эти чисточки от паразитов. Желательно, когда у них период размножения. Это ранняя весна и, грубо говоря, где-то ранняя осень. Ну, вот как вот эта сырая такая погода, спрохладца, это то, что надо. Теперь. Дальше, смотрите, быстро, раз и навсегда, то есть быстро, почему раз и навсегда не получается? Раз и навсегда не получается из-за того, что мы постоянно ими заражаемся. Поэтому, если вы вот это понимаете,
То есть как бы мы ни пытались от глистов там избавиться, от паразитов, просто-напросто сама жизнь так устроена на планете Земля, что одни животные паразитируются на других, в том числе паразиты, и от них никуда не избавиться. Вот хоть что вы там делаете, а так, чтобы, знаете, вот стерильными быть, нет. Но одно дело их количество там, больше, меньше, а остальное там ерунда. Вот, например, если взять жаркие страны, где этих паразитов там, Вьетнам, там, Индия, огромное количество, потому что климат влажный, что они делают? Они едят всегда какие-то соусы острые, какие-то приправы острые, какие-то специи острые вместе с пищей. Это как раз делается для того, чтобы вот эта вот паразитарная нагрузка была как можно ниже. То есть вот она профилактика. То есть раз и навсегда не будет. Это первое. Теперь, значит, которая поможет быстро, раз и навсегда, быстро. И быстро не получится. Я же до этого рассказывал, а что я рассказывал? Это же есть такая наука паразитология, которая говорит, что, допустим, те же аскариды, они сначала, мы их яйца заглатываем, то есть это в кишечнике. Вот как раз яйца, если мы заглотили, то если мы употребляем, ну, с пищей, если мы употребляем жгучие какие-то специи, то есть вариант, что это растворит оболочку этого яйца, и то есть его уничтожит. То есть сразу разъясняю. Ну, значит, яйцо в кишечнике у нас попало в благоприятную среду. Значит, из него вылупляется личинка, и она буравит стеночку тонкого кишечника. Если их много, вот это выражается в том, что у человека идет расстройство какое-то непонятное кишечника, вот, и поступает в кровь. Стоком крови она там разносится по организму и уже выносится на поверхность легких. И, кстати, опять-таки с крови надо выйти на поверхность легких. Опять-таки травмируется вот этот вот альвеола, то есть пузырек вот этот воздушный. У человека возникает воспаление там легких и так далее, или какое-то там заболевание легочное, а тем более, если они часто повторяются, а тем более, если они периодически повторяются там осенью и весной, это уже можно говорить, что там наличие этих паразитов нормально. Далее эта личинка зреет, и потом вместе с током слизи она, значит, поднимается по трахее, поступает в носоглотку, и дальше уже человек заглатывает эту личинку, и уже теперь уже личинка, повторно попавшая в тонкий кишечник, развивается уже во взрослого глиста. Таким образом, быстро, вы уже понимаете, быстро, быстро мы можем изгнать при благоприятном раскладе, мы можем изгнать глистов из желудочно-кишечного тракта. А они же бывают в крови, циркулируют, в лимфе, они находятся в тканях нашего организма, они находятся в легких. А там чем мы их возьмем? Вот чем мы их возьмем? Вот глистогонные средства там взяли в аптеке, так продрыстались, вроде как все там, что-то там вышло, что там было. А в крови осталось, в лимфе там осталось, в тканях осталось, в легких осталось, в других органах осталось. Поэтому так не получится, как вы хотите. Это такое мероприятие, которое требует времени. Если вы хотите быть здоровыми, а то люди, они вот могут себе позволить, стоит довольно-таки хороших денег, и это может позволить себе, ну, довольно-таки обеспеченный человек, который зарабатывает, да, работает, зарабатывает деньги, и все это там у него хорошо.
Но помимо зарабатывания денег, надо следить за своим здоровьем. И если вы не следите за своим здоровьем, то вы потом и денег этих не заработаете. И вот, конечно, вижу вот этот ролл красивый, с икрой красной, все там такое. А тут вот действительно лежит, вот он, вот глист лежит. Вот он, свернулся колечком. А дальше он, значит, это самое, развернулся и уже куда-то решил там это, слинять поглубже или еще куда-нибудь. Ну, вы, естественно, его заглотнете вместо с пищей и получите бяку-каку. То есть за свои деньги получаете такую вещь. Поэтому раз и навсегда не получится, курсами надо. И быстро не получится, потому что они по всему организму. Я надеюсь, я вам разъяснил доходчиво. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.